я искала себе мужчину, а точнее сказать, мужика. И понять не могу причину, почему до сих пор не нашла. Я не дура, не верю в чудо. И отбросив сомнения и страх, я искала его повсюду. В тренажерках и в кабаках, и на сайте знакомств зарегалась с романтичным ником Жанет. Как просили, им слала сюжетами запрещенный интим-контент. На курс блогерша подписалась, отдала ей зарплаты 3. Она в сторис пообещала, что раскроет секрет любви. Все инструкции добросовестно выполняла, ни шага в бок. На свидании быть раскованней, ну а после позвать на чаек. Говорила, что мне все нравится и что в жены вполне сойду. Как намек, на второе свидание приходила, надев фату. Нарастила 3D ресницы и на груди взяла кредит. Подкачала еще ягодицы, чтоб товарный был сзади вид. Даже школу прошла серьезную, где наставник из высших каст преподал мне по древней методике 30 техник оральных ласк. Не заметив моих стараний и всей логики вопреки, мужики от меня бежали. Были глупые мужики. Так искала себе мужчину, а точнее сказать, мужика. И понять не могу причину, почему до сих пор не нашла. Выносила на шпильках мусор и под них надевала чулки. Но скажите, девчонки, где делись все нормальные мужики?